Нужно сказать, что это личное решение Сергея Иосифовича, и мы уважаем его личное мнение. Я думаю, что, наверное, это связано, скорее всего, с тем процессом, о котором челябинцы наслышаны. А заявление о сложении полномочий его в качестве депутата не поступало. Сергей Селищук должен был выступать с докладом, который срочно исключили из повестки. Парламентарии единогласно поддержали освобождение коллеги от должности. Новый председатель комиссии по бюджету будет избран на следующем заседании. Фракция «Единая Россия» также предложила Селищуку выйти из партии добровольно, иначе его исключат. Напомню, Сергей Селищук признался следствию, что участвовал в коррупционной схеме. Давал взятки за покровительство экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, который сейчас находится в СИЗО.